Друзья, привет! У меня сегодня очень долгожданная посылка. Пришла из Южной Кореи. Посылка долгожданная, но на самом деле пришла она очень быстро, за 12 дней всего лишь. Пришла она, на секундочку, из Южной Кореи в Норвегию, в город Тромсо. Вот так вот, за 12 дней. Это даже быстрее, чем заказы приходят в России из со склада, соответственно, российского. Поэтому я счастлива. Давайте с вами вместе сегодня разбирать. И если вас интересует, я расскажу, как заказывать посылки в Европу из Кореи напрямую от производителя. Это очень легко, быстро и получается достаточно бюджетно. Я вот, кстати, ждала то, что с меня еще возьмут налог норвежский плюс 20%, который они берут по посылкам. Это таможенные правила страны, но с меня ничего не взяли. Так что я вчера прекрасненько забрала свой бокс, назвала просто фамилию и имя, и мне его выдали даже без паспорта. Вот такие вот здесь правила. Ну что, давайте распаковывать. Я ждала этого момента сделать распаковку вместе с вами. Очень такой волнительный момент. Здесь на территории Норвегии, получается, офис германский склад, получается, не работает. Это единственная страна из Евросоюза, которая доставку из Германии не получает. Поэтому приходится, скажем так, ну как приходится? Приходится, да, заказывать из Кореи, но это даже круче, потому что это прям вот первый источник. Никакой подделки быть не может. Все настоящее корейское. Итак, открываю посылку. Вот так вот все здесь хорошо у меня запаковано. Представитель, который мне высылает, заботится очень об упаковке. Так, ну и поехали. Покажу вам, что я здесь заказала. Такое вот все упаковано в пакете непромокаемом. Посмотрите, здесь лежит накладная. Это те товары, которые я заказала, получается. Вот такие вот корейские здесь буквы. Я ничего не понимаю. Если честно, я даже не помню, что я заказала. Поэтому я в предвкушении и сама волнуюсь, как и вы. Вот, посмотрите, какая красота. Итак, начнем. Вот прям первый товар, который мне здесь попался под руку, это пилинг-пады. Пилинг-пады – это такие подушечки или кислотный пилинг в форме падов, таких вот тканевых кругляшочков. У меня рефил. Вообще эти пилинг-пады идут в пластиковых кругленьких коробочках изначально, и можно заказать вот такой вот рефил в пакетике. Я, получается, коробочку, которую использовала, не выкинула. И сейчас этот рефил положу туда обратно. Рефил, соответственно, выходит гораздо дешевле. Ну и что тут получается у нас за состав, если вам интересно. Прям на первом, да, здесь на обложке, можно сказать, написано, что здесь входит БХ-кислоты. Это кислотный пилинг, не энзимный, не легкий, а достаточно такой прям хорошенький как раз. Сейчас классно использовать в зиму, особенно в Норвегии. У нас сейчас полярная ночь, я с искусственным светом сижу, хотя время порядка 10 утра, вот, но скоро у нас тут будет появляться солнышко, будет много солнца, а пока, я думаю, как раз самое время поэксфолировать кожу, поотшелушивать, поомолаживать ее и повосстанавливать. Вот такие вот пилинг-пады пришли, очень классные. Так. Дальше, что у меня? О, это вообще супер вещь, которую я долго ждала. Серум мист. Сывороточный мист. Я здесь не могла, честно сказать, ничего себе взамен найти. У меня закончились некоторые продукты от Томми. И, ну вот, долго ходила я по магазинам. Здесь вообще как-то проблема.
у норвежцев с уходами, как я заметила. Ну, то есть нет такой культуры, как у корейцев, ухода. И плюс еще они поддерживают собственного производителя. И нет особо такого большого импорта сюда. Либо он подлежит налогообложению. Поэтому есть косметические средства, но, честно сказать, ну, они так себе. Поэтому то, что я себе здесь замену не покупала... Мне ничего не понравилось, и, конечно, за кожей так вот хорошо здесь этим не поухаживаешь. Вот, такой вот классный серум мист, особенно его классно использовать зимой здесь, потому что очень сильно сушат батареи. Они здесь электрические, прямо вот эти вот, вот эта вот сушь, она прям так из них исходит. То есть, если никакими мистами и жирными кремами не пользоваться, то ваша... кожа превращается просто в пустыню. А этот мист сейчас я вам покажу. Он, кстати, двухфазный, как вы видите. Здесь одна часть — это масляная основа, другая — эмульсионная. Вот его нужно перед использованием всегда взбалтывать. И он наносится легкой вуалью. Это наслаждение. Я пытаюсь ощутить его аромат. Потрясающий спрей-мист. Он еще, кстати, из линейки Абсолют, в Атоме линейка Абсолют. Она является премиальной и антиэйдж. Ну, посмотрите, как у меня сразу преобразилось лицо, я так его долго ждала. В Атоме, кстати, есть несколько мистов, есть спрей 3 секунды с лавровым листом, но я считаю, что он больше подходит для летнего периода, для освежения. Ну, кстати, вот у кого отечность, еще есть тоже спрей 3 секунды, будет очень хорошо подходить. Есть еще кремовый мист, это так называемая легкая форма крема. Вот те девчонки, которые не любят тяжелые крема, крем миста можно вместо, как заместитель, пользоваться. И вот этот вот совершенно потрясающий мист, его нет на российском рынке, но его можно заказать из Кореи, как я сделала. Двухфазный, очень богатый у него состав. Если вот здесь вот почитать, то, как обычно, в продуктах Атоме будет больше 15-20 действующих ингредиентов. Вот такой вот классный. Ну, вот здесь первым ингредиентом, я даже сейчас читаю, идет ромашка. То есть не на основе воды и масла он сделан, на основе ромашки. То есть сразу ромашка — это что? Успокаивающий эффект, регенерирующий эффект. И дальше вот неоцинамид, центелла азиатская, экстракт фикуса, в общем, амарант, все-все-все-все-все. Есть он потрясающий. Мист обволакивает вашу кожу, создает защитную пленку. Кожа, соответственно, и увлажняется за счет действующих компонентов, и она, получается, не испаряет влагу. Вот такой вот прекрасный мист. Кладу его обратно в коробочку и перехожу к другому продукту. Так, что тут у нас еще? Так, ну это вот средство, наверное, кто посмотрит, многие их знают. Это вот у меня Deep Cleanser. Он есть на российском рынке. Это базовый must-have продукт. У меня мой Deep Cleanser здесь заканчивается. Я решила себе еще впрок заказать другой, потому что без него я также не могу жить. Если у вас, вы чувствуете, кожа начинает грубеть, теряет свой какой-то приятный оттенок, и, ну, вот реально как будто вот, да, вот огрубевает она. Deep Cleanser поможет решить эту проблему. Просто наносите его на сухую кожу, массируете в течение 2-3 минут, и потом смываете обильно водой, и сверху можно еще пеночкой. Не можно, а нужно пенкой. Я его открывать не буду, так как у меня есть Deep Cleanser, еще не закончившись. Вот в такой вот он защитной здесь мембранкой. Потрясающее средство. Он по-другому называется крем для глубокого очищения пор на масляной основе. Очень хорошо растворяет черные точки, чистит поры. Поднимает, и получается, поры, они сужаются за счет того, что очищаются. Ну да, и, в общем-то, например, его можно летом использовать вместо пилинга, потому что пилинги летом все же не показаны. А Deep Cleanser для глубокого очищения крем, он отлично подойдет для глубокого очищения в летний период времени. Так, ну что, дальше поехали. Вот такой вот я заказала себе тонер из линейки Fame.
На российском сайте он присутствует только в наборе, но я в восторге от этого тонера, он очень питательный, поэтому я себе заказала его с корейского сайта как отдельный продукт. Ну и сразу мне попалась сторона, смотрите, какой состав богатый, это что-то просто потрясающее. Я даже не смогу это, наверное, в одном эфире это просто все не перечислить. Открываю. Сейчас давайте вместе посмотрим с вами. Он идет с дозатором, с помпой. Очень даже его удобно использовать. Так вот, мы надавливаем его. Кстати, тонеры корейские, они не жидкие, они густые. Их нужно сразу... Здесь вот вакуум, поэтому он не сразу выходит. Нужно понажимать. Вот пошел, видите, они такие густенькие получаются. То есть тонер мы не протираем ватным диском, как вот мы делаем с тонерами, обычными с тониками, а мы его наносим сразу на ладонь и похлопывающими движениями наносим на кожу лица. Я сейчас за шею поухаживаю, потому что у меня небольшой есть макияж на лице. Хотя, в принципе, можно и сверху похлопывающими движениями наносить и макияж, на самом деле. Ничего страшного не случится. Вот такими вот. Ой, запах также потрясающий, конечно. У всех средств от Томми очень деликатные ароматы. Вы просто в них влюбитесь, если попробуете. Вот такой вот тонер, 150 мл. Его обычно наносить когда нужно? После очищения кожи, первым этапом перед сывороткой или перед кремом. То есть это такой стартер. Причем, что я заметила, если я пользуюсь тонерами от Томми, я иногда, если ленюсь, не наношу потом ни сыворотку и крем. И мне одного тонера для увлажнения лица хватает. Те средства, которые я покупала здесь в качестве тоников, то мне их не хватает. Вот какой бы я тут ни пробовала, в связи с тем, что у меня средства закончились, а посылки еще не было, я просто вот, ну, я не могла, хоть даже не в несколько слоев наносила тонеры, которые вот здесь есть, но они не требовали еще за собой последующего ухода. В Атоме тонер, он, можно сказать, средство универсальное, 3 в 1, и тонер, и сыворотка, крем. Ну, конечно же, нет, нужно наносить средств больше, несколько слоев, но при этом тонеры очень питательные, классные. Так, откладываю. Дальше поехали. Заказала себе вот такое вот масло для волос также, потому что оно абсолютно потрясающее. Пробуем, открываем вместе. Но у меня волосы сегодня собраны. Получается, здесь дозатор. Сейчас мы откроем бутылочку, и вытекает вот такая вот легкая текстура, флюид. Что хорошо, этим маслом вы не переотяготите себе волосы. Они не станут жирными, они будут очень такие вот легкие и воздушные. Можно наносить как на влажные волосы, так и на сухие. Так что-то вот видите, вакуум из-за этого долго получается. Вот пошло, приходится нажимать. Вот это масло вытекает. Да, чем оно мне нравится? Ну, во-первых, потрясающий аромат. Просто вспомню эти запахи, потому что я по ним так скучала. У меня закончились средства. Ну и, соответственно, вы наносите на волосы. Во-первых, в моем случае это просто приглаживает пушок. Видите, как сразу лоск и блеск придается волосам. Вот. А если у вас распущенные волосы, но... Помыли голову, нанесли перед тем, как сушить феном, и потом по завершении сушки можно также нанести и прибить чуть-чуть вот эти вот пушистые волосы. В составе здесь находится несколько масел, если я не ошибаюсь, 5. Макадамия, тернифолия, альбасидоил, органы масла. Масло авокадо и камелия, кисси, сидоил. То есть вот несколько масел. А, и жижуба, кстати. По-моему, 5 масел здесь вот содержится, если все посчитать. Вот, очень питательная, очень в то же время легкая. Ну, я уверена, что вы останетесь в восторге, потому что я сама... По своему также образованию являюсь еще профессиональным парикмахером, ну, стилистом. Я лучше масел не встречала. Вот такой вот удивительный продукт для ухода за волосами. Вот такой вот у меня
очень стильный лук образовался одним движением. Так, поехали дальше. Коробочка. Ой, ну давайте я вот этот продукт представлю. Кто знает, сейчас все попадут в зависть. Та-да-дам! Гидрогелевые маски Seven Solutions я заказала. Это просто легенда. Это просто легенда, эти маски. Они были на российском сайте представлены. Они у всех вызывали нереальнейший восторг. И, к сожалению, потом их сняли с российского рынка. Но, так как я делала заказ из Кореи, мне доступны все продукты, которые там есть. Поэтому я, естественно, положила в корзину гидрогелевые маски Seven Solutions. Ну, то есть Seven Solutions сразу, это 7, получается, здесь компонентов содержится, 7 трав, которые, вот эти вот 14 штук, по-моему, если я не ошибаюсь, их здесь было. Вот такие вот гидрогелевые, они, получается, двухэтажные, скажем так. То есть эту маску наносишь наверх, получается, и вниз для лучшего прилегания. Эффект, который они оказывают, он просто незабываемый. И если ты один раз попробовал эти маски, ты просто не сможешь от них отказаться. Вот как и я. Наверное, 5 лет уже я занимаюсь Атоми, пользуюсь этой косметикой. И гидрогелевые маски сняли, наверное, через год-полтора, может быть, два после прихода Атоми в Россию. И получается, я, наверное, уже года 2 или 3 ими не пользовалась. И вот сейчас я счастлива, что они опять со мной. Вот такие вот замечательные. Ну, в общем, про них, если честно, можно много рассказывать, но лучше один раз попробовать. Это именно тот продукт, который нужно реально ощутить на себе. Они просто потрясающие. Откладываю коробочек. Обязательно сегодня сделаю эту маску, а может быть даже запишу по ней отдельный обзор. Так, откладываем этот продукт. Видите, это вот я, получается, заказываю только в себе уход. То есть, когда женщина пользуется одним кремом, ну, наверное, это будет казаться странным. Либо будет, наверное, казаться странным мой 4-килограммовый коробок, который пришел для ухода только за кожей лица. Но по факту, чтобы сохранить кожу здоровой, чтобы ее законсервировать и возраст был не на лице, а где-то там, вдалеке, то, конечно же, нужно пользоваться большим количеством средств и закрывать разные проблемы. То есть нужно искать свое средство. Вот если вы, например, там у кого-то спрашиваете или кто-то вам порекомендовал какой-то крем, хороший он или там нехороший, неизвестно, как наша кожа среагирует и закроется ли та проблема, которая у нас есть. То есть по факту нужно пробовать, и тогда мы поймем, хороший крем или нет. Если же крем не подходит или какое-то средство не подходит, у нас есть руки, у нас есть шея, у нас в конце концов есть пятки, на которые можно этот крем потом использовать. Поэтому не переживайте, если что-то не подошло, надо просто пробовать. Сейчас, например, я заказала свои любимые продукты, от которых я чувствую, что у меня кожа оживает. У какого-то другого человека это будут абсолютно другие продукты. Так. А, ну, кстати, вот, я спрей 3 секунды заказала. Сейчас я вам покажу. Я так рада, как ребенок. Вот, смотрите, у меня, кстати, надвигается Рождество. Это мой, можно сказать, рождественский подарок. Это спрей 3 секунды. Он классно снимает отечность с лавровым листом. Здесь только лавровый лист. И пахнет прям таким лавром. Вообще, конечно, вы знаете про это прекрасное древнее растение, лавр, которое использовалось и в медицине, и в косметике. Поэтому о его свойствах, наверное, излишне рассказывать. Он очень легкий, этот спрей. Кто не любит жирные текстуры, тяжелые текстуры на лице, спрей 3 секунды – это как раз тот самый продукт, который вы ищете. Made in Korea. Класс. Кладу обратно в коробочку.
И, ну, вообще он, я как сказала, подходит больше, наверное, для лета. Вот прям положить с собой в машину, в жару освежаться. Ну и на самом деле, если вы дома чувствуете сухость от батарей, у вас жарко, то тоже этот спрей, ну, им неплохо бы пользоваться, потому что будет держать ваш гидробаланс вашей кожи. Кладу в коробочку обратно. Так, поехали дальше. О, это тут у меня класс, просто гроза пришла. Крем Абсолют Селактив. Также его в России можно заказать только в наборе. И скорее можно заказать отдельно. Я вот сразу взгляд мой упал на состав. И я смотрю, что первым ингредиентом идет аденозин. Аденозин, это, вы можете прогуглить, это антиэйдж компонент, который помогает в борьбе со старением. Давайте его откроем, потому что крем я, получается, тоже купила, получается, себе. Он тут, получается, с мембранкой идет защитная. Сейчас откроем, посмотрим текстуру. Вообще, конечно, сейчас лучше не лезть туда рукой, отдельно использовать шпатель, либо там, ну, чем-то отдельно зачерпывать кусочек. Вот такая текстура, посмотрите, сейчас я чуть-чуть возьму вот отсюда с мембраны. И можете посмотреть текстуру. Она достаточно плотная. Этот крем не совсем легкий. Он достаточно питательный. Вот для обладателей сухой кожи. Но уже такой кожи, можно сказать, возрастной. С первыми признаками мимических морщин. Ой, блаженство. С первыми признаками мимических морщин можно уже использовать этот крем Абсолют. Он очень питательный. Вот. И, ну, я его взяла и для зимы, потому что он поплотнее. Ну и плюс уже для поддержания, сохранения кожи в силу моего возраста. Вот такой вот классный крем Селактив. Вообще у этого Абсолюта, у этой линейки есть несколько средств. И вообще в Атоме идут средства по линейкам. Всегда в линейку входит тонер, сыворотка и крем. Вот в эту линейку Абсолют также еще входит ампула. Это для поднятия морщинок, для разглаживания морщинок. Есть сыворотка, как я уже сказала. И есть еще крем для области вокруг глаз. Но кто смотрел мой эфир со стиком Абсолют, кстати, стик Абсолют из той же линейки, для ленивых можно вместо крема вокруг глаз использовать вот этот стик. Я вот в данном, сейчас, в данный период времени пользуюсь как раз стиком. Мне, в принципе, его хватает, как вы видите. То есть у меня нет какой-то там активной мимики, особенно если это вернее, активная мимика есть, но заложенных морщинок нет, потому что я постоянно пользуюсь увлажняющими, поддерживающими средствами, и, соответственно, кожа эластичная. Даже если в конце дня эти морщинки закладываются, то с утра, когда мы, кожа отдохнула, мы нанесли на ночь уходовые средства, то кожа, она имеет свойство такое разглаживаться. Вот, поэтому обратите внимание, очень-очень сильная эта линейка Селактив, которую также можно заказать скорее. Потом отдельно этот крем. Так, что-то упало. Это не важно, что упало. Так, еще одну разновидность масок я себе заказала. Это тканевые маски. Здесь 10 штук в упаковке. Это уже масочки чуть полегче на каждый день. В принципе, гидрогелевые, которые я вам показывала, они также идут на каждый день. Но это еще другой вариант, чтобы закрыть все потребности кожи. Маски с лифтинг-эффектом. На 10-20 минут мы наносим, как заявлено в инструкции, передерживать не нужно. И, знаете, вот в Корее маски, они как стакан воды. С утра встали, чувствуете, что-то не то с кожей. Положили масочку на 10-15 минут, восстановили кожу, сняли, выкинули, пошли на работу. Пришли с работы, чувствуете усталость какая-то. Положили маску, подержали, сняли. То есть их можно использовать, в принципе, каждый день, как просто выпить стакан воды. Вот, то есть в Корее маски это средство, ну, не какого-то там, знаете, дополнительного супер там какого-то интенсивного ухода. Это ежедневная рутина, даже, ну, не как стакан воды, как зубы почистить. То есть положили маску, подержали, выбросили.
Вот. При всех непонятных ситуациях кладем тканевую маску. Вот. Тоже очень сильный состав здесь. Сейчас вот есть на латинском. Просто даже пару ингредиентов сильных здесь назову. Но тоже одним из первых идет экстракт алоэ вера. Коллаген здесь есть. И очень важный компонент здесь содержится — олигопептид. Это как раз пептиды, белки, которые направлены на то, чтобы наша кожа не старела. Вот, это, ну, прям вот честно сказать, круто. В тканевых масках содержатся пептиды. То есть тканевые маски на основе пептидов — это, ну, высший пилотаж. Это не сыворотка, не крем. Это просто тканевая маска с пептидами. Вот, очень круто, тоже можете поподробнее прогуглить, что это такое, но скажу, что пептиды — это то, что возвращает нашей коже молодость. Так, ну вот уже чуть-чуть осталось, ну все же. А, вот это вот классную базу, которую я себе заказала, покажу вам сейчас. Я так по ней соскучилась. Это просто потрясающий продукт. Такая вот жемчужная розовая база, с которой вы будете выглядеть как настоящая кореянка. Она выдавливается, смотрите, она с крошками жемчуга идет и с гиалуроновой кислотой, с экстрактами, антиоксидантами, ацерола, асаи. Ее можно использовать как хайлайтер, кстати, вот я могу сейчас положить на скулы, попробовать. Но у меня, в принципе, так лицо тут достаточно так сияюще выглядит. Вот, поэтому на здесь вот галочку над губой можно ее тоже положить. Видите, как губки подсветились, сразу они увеличились в объеме. И на спинку носа тоже базу можно положить. Ну а вообще ее аромат одуванчиков. Вот, она дает, все это подмечают. Я тоже по нему соскучилась, ощутила его. В общем, базу вы можете использовать либо как отдельный продукт, либо как базу под макияж, то есть она и заявлена, что это база под макияж, плюс здесь есть SPF 30, то есть, в принципе, как SPF защиту на лето вы также можете ее использовать, SPF PA 2+, и заявлено также, что она идет для борьбы с морщинками, но это действительно так, потому что если опять-таки посмотреть состав, сейчас я взгляну. Тут много компонентов, которые направлены на омоложение будут. Сейчас какой-нибудь назову. Но вот опять же, ниацинамид, он идет с осветляющим эффектом. То есть вот, например, если у вас пигментация есть, то вы можете смело использовать базу для осветления своих пятен. Так, вот я вижу здесь SPF-фильтры. Ну вот сквалан, опять-таки, это очень крутой компонент. Он очень схож с нашим липидным слоем. И для сохранения липидного слоя, вот когда кожа сухая, как пустыня, вы можете использовать сквалан. Но он в основном в маслах содержится, ну или вот в продуктах таких, как база, для защиты вашего верхнего слоя от испарения. Ну, в общем-то, да, очень-очень много здесь компонентов действующих, что даже их просто не перечислить. Вот, ну, опять-таки, да, вот и гиалуроновая кислота как один из компонентов, то есть она, база, очень хорошим экстра-увлажняющим эффектом обладает. Иногда спрашивают, можно ли ее наносить вместо крема, но, наверное, если у вас кожа хорошо увлажнена, наверное, да, можно, но при этом, если вы чувствуете, что вам не хватает увлажнения, ее как отдельно как крем лучше, наверное, не использовать. Лучше ее после всего класть, до крема или вообще как самостоятельный продукт. Еще, кстати, меня научила один косметолог класть эту базу вот сюда вот на мимические морщинки. Они получаются как бы, если у вас есть, то они начинают светоотражать, их не видно. Ну и плюс вы дополнительно за ними ухаживаете. То есть такое возможно прям вот на область вокруг глаз. Эту базу класть не на века. Вот, кстати, на века, я не знаю, вы крема наносите или нет, вообще не рекомендуется, как бы даже нельзя наносить крема на верхнее веко. То есть все крема для области вокруг глаз по орбитальной косточке, вот здесь вот по внешнему уголочку наносим, близко к слизистой глаза не подходим.
И опять-таки внутреннюю уголочку также. То есть вот где морщинки только. И, в принципе, базу можете также класть под глазки. Ну, как уже финишный эффект. Так, кладу обратно в коробочку. Так, поехали дальше. Ну, почти, почти, но не все еще. Это вообще супер два бомбовых продукта. Ну, давайте начнем с консилера. Сейчас я вам, кстати, покажу его в работе. У меня мой тоже закончился, я долго его ждала. Знаете, я как-то его сначала не очень прилюбила. Думаю, как-то он плотноват, этот консилер. Но потом я его, скажем так, распробовала. Консилер – это средство для маскировки нюансов на лице, синячков. Ну, сейчас я вам покажу, как он работает. В итоге потом, так как я, так же, как и вы, ленива, я решила просто привести себя быстренько в порядок. И у меня как-то не было тона, я его не могла найти. В итоге у меня нашелся консилер. Я его куда, естественно, положила? На наши зоны недосыпа. Это область вокруг глаз. И вот можно чуть распределить в форме треугольника сюда ближе к носу и растушевать. Ну, вот, и значит, я положила этот консилер, а потом столько, даже, видите, как-то его даже прям много, можно и на другой глазик положить. И я нанесла этот консилер и получила в этот день столько комплиментов по поводу того, как у меня ухоженно и свежо выглядит кожа. При этом я положила консилер вот только туда, куда я кладу сейчас его, на центр лица. Смотрите, как лицо подтягивается. Вот у меня здесь видимое такое. Ну, тут не синяк, понятное дело, но все равно есть световое пятно, которое уходит. И лицо сразу моделируется, получается, с этим консилером. Плюс можно наносить по каким-то другим проблемным зонам, по пятнам, вот здесь вот. Ну, если это вас напрягает, конечно. Я так обычно эти, даже вот здесь вот внизу пятна-то и не закрываю. Но если вы хотите какой-то вот вечерний макияж проработать, или даже просто там вы страдаете там синяками, да, под глазами, у вас там какая-то отечность есть, то, конечно же, вам без консилера не обойтись. Он достаточно плотный, то есть он хорошо перекрывает цветовые пятна, но при этом, вы знаете, он как-то вот, если вы пользовались консилерами, они иногда собираются под глазами, вот этот вот не собирается, вот. Но опять-таки его надо не переборщить. Я сейчас на камеру наношу, но я потом пойду к зеркалу и посмотрю, потому что если его переборщить, он просто у вас здесь вот соберется, когда вы будете улыбаться, там, либо, да, какую-то вот мимику свою использовать, то он у вас будет виден. Поэтому чуть его нужно наносить. Плюс еще такой лайфхак, если вы нанесли, вы чувствуете, много разных средств нанесли на лицо, и они у вас видны, вы можете взять просто спрей любой, либо я 3 секунды взяла, и пробрызгать себе все это спреем, и у вас все слои объединятся, и вот этой вот то, что у вас много чего-то, его не будет видно. Вот такой классный консилер. У меня сейчас здесь 23-й тон, ну, потому что я сейчас сама по себе такая смугленькая. Вот, есть еще 21-й, он для девочек, которые посветлее. Кладу обратно. Потрясающий консилер. Кто ищет свой идеальный консилер, рекомендую консилер от Atomy. Он правда-правда вот хороший. Говорю как визажист. И еще один супер продукт для нас, девчонок, которым нужно быстро по утрам собираться, но особо нет времени, но при этом нужно выглядеть хорошо. Это тинт для бровей. Я вот сегодня уже бровки почесала другим тинтом, но он у меня заканчивается. Я решила заказать еще один про запас, но я его сейчас открою и вам покажу. Это вот такой вот, такая вот тушь цветная для бровей получается. То есть, смотрите, я сейчас вот бровь, например, зачешу обратно. Вот если у вас вот так вот сбитая бровь, смотрите, что можно сделать этой тушью для бровей. Вот она у вас какая-то такая невыразительная. Вот сразу видите, этот у меня глаз почесан, а этот нет. Вы встаете с утра и просто восходящими движениями начинаете себе делать вот такой вот начесик на бровях. У вас, во-первых, пушковые волоски прокрашиваются, светленькие. И плюс у вас еще
зачесываются свои такие активные плотные волоски наверх. Смотрите, какая бровь становится выразительной и красивой. Никаких карандашей, палеток для теней. Если у вас есть пробелы в брови, вы просто можете ребром вот этого вот тинта, этой туши, себе прорисовать. Но у меня пробелов нет, я не буду ляпы ставить. И вообще такая техника может использоваться. И другую бровку подчесать поближе, вам так сейчас покажу. Видите? Наверх. Такими движениями восходящими, получается, работаем. Да. Вот такой вот тинт. Очень супер вещь для быстрого макияжа, для ленивых. Да и вообще, как бы, для бровей. Вот за бровями тоже нужно ухаживать, чтобы они выглядели хорошо, чтобы выйти в свет. Поэтому рекомендую. Также я много тинтов за свою жизнь перепробовала, но полюбила именно тинт от Atomy. Ну, не потому что, да, я занимаюсь этой маркой, как бы, да, вы можете такое подумать. Нет, то, что он реально работает. У него нужный цвет, холодный коричневый, вот он мне подходит. Есть еще теплый коричневый, есть светло-коричневый. И плюс я очень сильно вдохновилась тем моментом, что ребром этой кисточки можно замещать тени, либо карандаш. То есть он вам как карандаш идет, и как тень для бровей идет, и как гель для бровей, которым вы подчесываете брови. То есть универсальное средство, 3 в 1. Поэтому он мне понравился. Так, двигаемся дальше. Что же тут еще у нас осталось? Прям какой-то разбор на целый час. Ну уж вот так вот. Так, покажу вам эту пенку. Это средство, второй этап в уходе за лицом, в очищении. Я вам показывала Deep Cleanser. Это крем для глубокого очищения на масляной основе. И вторым этапом мы всегда наносим пенку. Но пенки тоже нет равных, я вам честно скажу. Буквально горошина этой пенки умывает все тело. И опять-таки замещение себе приобретало здесь другие продукты. Вот честно сказать, если пенку нужно выдавливать буквально полгорошины, я сейчас вам покажу, она тоже здесь защитной мембраной. Я уберу защитную мембрану и покажу, что сколько нужно наносить пенки. Вот так вот, смотрите. И вы умоете этой пенкой все лицо. Представляете, она дает такую невероятнейшую пену, и вы можете представить, насколько хватит вот этих вот 150 миллилитров данной пенки. Хватит на год. На год этой пенки хватит. Вы можете даже ее использовать в качестве геля для душа, и также это будет вам выгоднее, чем просто гель для душа приобретать. Так, поэтому рекомендую также пенку. Что у меня осталось? Смотрите, я заказала еще вот такую эссенцию для волос, протеиновую. В общем, да, за кордоном тут много всяких нюансов по уходу, на самом деле, за лицом, за волосами приходится приспосабливаться, но в итоге понимаешь, что без твоих любимых продуктов ты просто здесь не вытянешь. И сколько я здесь вот мучилась также с цветом волос, подбирала себе краситель, в итоге просто все волосы посушила и поняла, что мне надо чем-то их восстанавливать. Поэтому заказала себе вот такую вот протеиновую эссенцию для волос. Она прям придает волосам эффект лески. Я ее попробовала однажды как-то раз, заказала также из Кореи, на российском рынке она не представлена, заказала из Кореи, я влюбилась в нее. Это вот такая вот эссенция, ее наносить нужно на мокрые волосы, сейчас я вам покажу, она пенкой вот такой вот выйти должна, видите? На мокрые волосы, она прям волосы делает прям как леска. Вот у меня такое ощущение возникло. Но вот сейчас еще раз буду пробовать ее. Второй раз я ее заказываю. Вот. И я осталась очень довольна. То есть вот я думаю, что блондинкам с сухими волосами, пористыми, поврежденными. Да и вообще в качестве дополнительного ухода всем она очень хорошо зайдет. Также не отягощает волосы, имеет невесомую текстуру. Вот даже нет в этой текстуры, никакой липкости, ничего. Она просто обволакивает волосы и достраивает его, то есть питает, напитывает протеинами. Так, это эссенция. И еще я заказала
вот такую вот себе сыворотку в качестве промежуточного. Горшочек не вари промежуточного ухода. Первый раз ее буду пробовать. Это сыворотка, я так поняла, по описанию для чувствительной кожи. Называется она Again Serum, травяная. Вот здесь написано Special Moisturizing Line. Специальная увлажняющая линия с различными свежими травами. Ну и давайте я посмотрю состав. И действительно, состав прям с травы начинается. Филениус, линтеус экстракт, хаутюнья, лаванда, розмарин, алтея, ацимум, базиликум. Ну вот сами вы видите, сколько здесь дальше незнакомые ингредиенты идут. Дальше опять идут экстракты трав. Ну и просто список нескончаемый. И тоже вот в конце вижу здесь церамиды идут, ниацинамид. Церамиды — это тоже вот такие вещества, которые нашу кожу, получается, обволакивают. То есть они достраивают липидный слой. И, ну, знаете, когда вот здание разрушается, какие-то в нем появляются уже шаткости, валкости, уже как-то там, да, и когда это здание начинают восстанавливать, там, то есть это вот все про вот эти вот церамиды, то есть они восстанавливают наши кирпичики, да, то есть как бы заново вот эти вот бреши, дыры цементируют, заделывают, это вот то, что делают церамиды. Давайте с вами попробуем текстуру, потому что я не знакома, это новый для меня продукт. Ну, наверное, расскажу вам, как он будет работать в динамике. Сама по описанию сайта видела, да, вот такая должна жидкость выйти. Смотрите, какая текстура. Такая она какая-то вот желтоватенькая. Сейчас попробуем аромат. Ой, аромат потрясающий. Ну, как и все остальное. Знаете, чем? Мандаринами, чем-то вот цитрусовым запахло. Ой, ну вообще, конечно... Чем-то, наверное, напоминает, если кто пользовался лосьоном для тела, который на российском сайте присутствует. Вот какие-то нотки есть, наверное, оттуда, но прям запах такой, знаете, цитрусовых, сразу на какие-то апельсиновые рощи. Перекидываешься, да? Телепортируешься. Апельсиновые рощи Монако. Потрясающий аромат, но буду использовать. У меня есть две сыворотки. Одна, получается, абсолютовская из серии, вот, которую я вам крем показывала. И еще осветляющая есть сыворотка снова. Это у меня будет третий такой малыш для ухода. Ну и да-да-да-дам-да-дам, еще один супер долгожданный продукт, новинка, которую я сама не пользовалась, это пасты. У нас есть пасты, которые все знают и давно полюбившиеся, с прополисом. Я решила заказать вот этот новый вкус. Она, получается, идет для пасты Brightening and Cooling. То есть она идет для, я так поняла, для отбеливания наших зубов. Давайте я, наверное, сейчас открою, покажу вам тоже текстуру, потому что мне само это жутко интересно. Наша паста, которая есть на российском рынке, на корейском рынке есть, я вообще сейчас на европейском рынке говорю про российский рынок наш, хотя мой уже рынок, наверное, европейский. Ну, в общем, все знакомы с пастой с прополисом, она гелевая. Сейчас посмотрим, какая текстура у этой пасты. Открываю. Ну, тоже гелевая текстура. Покажу вам, она прозрачная. Вот такая вот потрясающая. Мне интересно попробовать. Сейчас после эфира сразу пойду чистить зубы. Да, аромат мяты. Аромат мяты. Вот такая вот она прозрачная абсолютно. Но расскажу вам, как будет от нее эффект. Сразу чувствую, что она прям с таким хорошим охлаждающим эффектом. И я думаю, будет полезна для здоровья десен. Потому что все вот ополаскиватели, которые... идут именно от того, чтобы
не кровил, не кровили десна, они вот прям очень похожи на аромат вот этой вот пасты, поэтому буду пробовать. В упаковке идет 3 тюбика, надолго хватит. Если кому-то интересно по ценам, я оставлю ссылочки внизу под видео на чат в Телеграме, где есть описание продукции, и на свои контакты. Вы можете мне написать, спросить по ценам, что сколько стоит. И, в принципе, написать, если у вас есть желание, я могу вместе помочь вам заказать эту продукцию. Вот эта вот коробка 4 килограмма мне обошлась сюда до Норвегии порядка 230 долларов, если я не ошибаюсь. Доставка 12 дней. То есть вы видите то количество, но уже не видите, я показала то количество продуктов, в принципе, которое здесь было. И, в принципе, даже то, что наложилась доставка, это вышло все достаточно, скажем так, дешево. Потому что такое количество продуктов за 220 долларов, ну, здесь точно не купишь. А при этом еще эти продукты уже проверенного качества, которые я знаю, знает весь мир, и они действительно работают. Но, то есть, если вы видите качество моей кожи, а мне 37 лет, но я думаю, вы поверите в том, что они действительно работают. Кладу все обратно, просто вот показать тот объем и то количество средств, которые вот пришло за этот объем. Но это здесь, наверное, просто с данными косметическими средствами того уровня, которые здесь продаются, наверное, просто нереально. Вот. И скорее от производителя, наоборот, это все реально. Поэтому оставляйте отзывы свои по данному видео, спрашивайте в комментариях, если вас что-то интересует. Я абсолютно открыта к общению. Ну и ставьте лайки на эти видео. И до новых встреч. Я думаю, что следующие видео будут посвящены отдельным обзорам на каждый продукт. Поэтому до новых встреч. Ребята, рада была, что вы посмотрели это видео до конца. Пока-пока!